Владимир Путин сегодня в Кремле принял президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси. Российский лидер поздравил своего коллегу с важнейшим событием. Недавно в Египте перезапустили Суэцкий канал. Это основная судоходная магистраль страны. Владимир Путин отметил, Египет в последние годы занял лидирующие позиции в своем регионе. Российский президент выразил надежду на то, что экономические связи между нашими странами будут расширяться. Египет – это страна очень перспективная. Позвольте выразить надежду, что и благодаря развитию российско-египетских отношений мы будем двигаться вперед, развивать наши экономики, социальную сферу, и наши граждане будут чувствовать позитивные тенденции, создаваемые этим сотрудничеством. Уважаемый господин президент, египетский народ при каждой нашей встрече с вами всегда рассчитывает и надеется на укрепление наших отношений во всех сферах и областях, не только в экономике, но и в борьбе с терроризмом, особенно в этом регионе, в котором мы находимся, на Ближнем Востоке. Египетский лидер поблагодарил Владимира Путина за активное участие Москвы в борьбе с международным терроризмом, в том числе и на Ближнем Востоке. Также Абдель Фатах ас-Сиси принял участие в памятной церемонии у стен Кремля. Он возложил венки к могиле неизвестного солдата.